Опасная дружба. Тигр Амур серьезно ранил козла Тимура. После 2 месяцев необычного соседства у животных возник раздор. За судьбой парнокопытного следил весь мир. Хищник не нападал на козла, и они даже подружились. Что произошло и пришел ли дружбе конец, расскажут наши корреспонденты. Похоже, самая необычная дружба оказалась под угрозой. Приморский сафари-парк выложил в сеть кадры, на которых тигр Амур изрядно потрепал своего парнокопытного соседа. Правда, причиной тому стало беспардонное поведение козла. Он пытался наступить на тигра и бодал его. В итоге козел Тимур получил серьезные травмы. Его на время отселили, назначили лечение в виде химиотерапии и витамины. Тигр Амур уже не первый раз показывает козлу, кто в доме хозяин. Неделю назад хищник дал Тимуру оплеуху, когда тот в очередной раз мешал ему отдыхать. Ко всему прочему, рядом с вольером Амура поселили его будущую невесту Тайгу. Это тигрица Тайга. Она дружбу с козлами не имеет. Тем временем популярность козла Тимура и тигра Амура набирает нешуточные обороты. У зверей появились страницы в соцсетях, на которые подписались уже около 19 тысяч человек. А посмотреть на странную дружбу приезжают со всей России и соседних стран. Приморский сафари-парк даже зарегистрировал товарный знак «Тимур и Амур», чтобы другие не смогли воспользоваться этими кличками в коммерческих целях. 2 месяца соседства тигра с Тимуром отразились и на здоровье козла. Он набрал 10 килограммов. Это вызвало неодобрение ветеринаров зоопарка. Как пример людям, как можно и нужно общаться друг с другом. Звери совершенно разные, живут мирно. А люди, да, вроде одинаковые, воюют, убивают. Сейчас администрация зоопарка решает, стоит ли возвращать раненого Тимура после лечения в вольер к тигру. Несмотря на этот неприятный инцидент, специалисты считают, что угрозы для жизни Тимура нет. Якобы таким грубым образом хищник попытался поставить упрямого козла на место, но просто не рассчитал силу. Если бы Амур хотел его убить, то сделал бы это уже давно. Антон Александров, Яна Городецкая, Информбюро, 31 канал.